Сегодня в Волгограде тепло и солнечно. Настроение праздника, конечно, создает та атмосфера, что всегда царит в городе-герое перед 9 мая. Обилие флагов и цветов, разнообразная программа, как историко-патриотическая, так и развлекательная, все это способствует тому, чтобы прогуляться по улицам Волгограда всей семьей. Аллею героев открывает выставка декоративно-прикладного творчества. Шкатулки, погремушки, портреты, ручные инструменты и куклы никого не оставят равнодушными. В ожидании концерта на набережной у фонтана можно покататься на роликах, охладиться мороженым, пройти на кораблике по волнам Волги, свобода которой так дорого далась более 70 лет назад. Ну а встретив ветерана, обязательно пожать ему руку и сказать спасибо. Послушать лучшие военные песни можно сегодня также с 14 часов у музея панорамы «Сталинградская битва». Вечером зрители ожидают завораживающее зрелище на Мамаевом кургане. Родина-мать озарится всеми возможными световыми красками, чтобы напомнить о главном дне. Ну а к самым юным волгоградцам и гостям города-героя мы обратились сегодня, 8 мая, с вопросом, что такое День Победы. День Победы для меня – это особенный день. Мы вспоминаем победу наших войск в Великой Отечественной войне. Для нашей семьи это традиция гулять по парку 9 мая, вспоминать наших дедов, прадедов, тех, кто погиб в этой суровой битве. 9 мая, когда я гуляю по парку вместе со своей семьей, я чувствую, у меня проявляется чувство гордости за наших предков, за то, что мы... Я выражаю им огромную благодарность за то, что сейчас мы видим голубое небо над нашими головами, за то, что сейчас мы живем в мире, все помогаем друг другу и ощущаем поддержку родных людей. Что такое День Победы? День Победы – это когда мы выиграли войну Великую Отечественную, когда я на День Победы всегда гуляю с друзьями, выступаю на концертах и... Какие песни поете? Военные. Танцуем. Победили русские войска, победили фашистских захватчиков из Германии. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть сам город, потому что я здесь как в первый раз вместе с сестрой и братом. Мы пришли, может быть, завтра успеем даже посмотреть парад. Мне сейчас понравилась очень набережная такая красивая. Сам город хороший тоже. День Победы – это праздник, когда мы победили фашистов. Я в этот момент чувствую гордость за свою страну. Я считаю, что 9 мая – это праздник не только всей России, но и нужно благодарить всегда ветеранов. Потому что если бы не их не подвиги, не их не заслуги, если бы они не стояли до конца, то мы, возможно, сейчас бы жили при другой стране. Я не просто так выбрал путь юноармейца. Я решил поступать в военное училище, чтобы тоже защищать свою родину. И если надо будет, отдам свою жизнь. Безусловно, я знаю, что такое День Победы, что он значит для всех нас, для русского народа. Большой праздник. Каждый раз, когда я выхожу на Мамаев курган, День Победы, меня охватывает чувство нереальное.
мне кажется, что русский народ – это самая сильная нация. Когда я вижу ветеранов, меня охватывает чувство, что мы, возможно, последнее поколение, которое их видит и может услышать. Я хочу, чтобы мои дети не забывали и знали, что такое День Победы и как это нам далось.